Надеюсь, вы никогда не столкнетесь с тем, что увидел я. В общем, мне тогда лет 16 было, жил я с мамой, бабушкой и сестрой в одной квартире. Большой, просторный, огромный, однако же, такая концентрация женщин – кошмар. Да еще и на лето тетя приехала вместе с дочкой, мол, поживем у вас недельку. 5 женщин и я. 5! Ну, давайте по делу. Как-то я с учебы вернулся, причем бежал так, знаете, будто срочно домой надо, чувство такое. Прихожу, в гостиной сестра валяется, без сознания. А возле нее полупрозрачный силуэт, представляете? Я хватаю ее, начинаю тащить к выходу. Эта штука рывком за нами. Хорошо, что у нас все двери замками, заперся изнутри. Слышу слабый такой вой в комнате. Неужели это оно? Смотрю в щель. Эта штука мечется по комнате. Трясу сестру, пытаюсь привести ее в чувство. Ноль реакции. Блин, чего делать-то? Я уверен, что дверь наша вряд ли задержит эту штуку надолго. Минут 10 спустя я услышал стук. Стучали изнутри комнаты. «Пожалуйста, откройте дверь». Вежливый голос такой, старческий. Смотрю в щель, среднего роста дедушка сухой, седые волосы, одет в черный костюм. «Что происходит? Где эта штука? Объясните, или я не открою?» Дедушка легко так улыбнулся и выдал. «Штука — это я! Я кушать хотел! Люди вкусные!» И смотрит добродушно так. «Мою сестру кушать?» Он развел слегка руками. «Ну да, вкусно!» Попросил выпустить, сказал, что не хочет громить квартиру и убивать меня. А если выпущу, никого не тронет. Напоследок сказал. «Пожил бы с моё, понял бы. Люди, вкусно!» Я наблюдал, как он вышел из подъезда, обернулся, уставившись на меня, и улыбнулся, обнажив 3 ряда длинных острых зубов. Подмигнул мне и ушел. Я проснулся. И все бы хорошо, но... Сегодня утром я встретил того деда на улице. Он увидел меня и подмигнул, а я услышал в своей голове. «Люди, вкусно!»